4 миллиона рублей именно столько получат российские спортсмены за золото летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Бразилии. Размер вознаграждения установило правительство. За серебряные медали, как сказано в распоряжении, полагается по 2,5 миллиона, за бронзовые по 1 700 тысяч. Деньги выделит Минспорт. Премии получат также тренеры и другие специалисты, которые обеспечат подготовку призеров. Напомню, олимпийские соревнования состоятся в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа, паралимпийские с 7 по 18 сентября.